цикл передач о самых ярких представителях каменных джунглей. Наш сегодняшний герой – рейндж-ровер Ивок с обновленным дизайном. Его привычная среда обитания – город, но благодаря превосходным внедорожным характеристикам рейндж-ровер Ивок часто встречается и в дикой природе. Действительно, необычный спрей. В его элегантной форме скрыт сильный характер. Только с 1 по 30 апреля он готов стать вашим на дико привлекательных условиях. Подробности – malandro.com. Я его уже видел в Америке. Да вас, мэм, еще никто так круто не прыгал в нашем зале.